Спасибо огромное. Ну, вы знаете, знаю точно, все взрослые люди говорят, жизнь – это миг. Пролетает она так быстро. И неужели это со мной? 95. И знаю, как бесценны эти часы зрелого возраста. Будьте здоровы, будьте с нами. А мы будем распевать ваши песни, которые будут продлевать еще и еще вашу жизнь. Александр Сергеевич, я вас провожу в зал. Да. Потому что сейчас в вашу честь и для нас всех прозвучит такая мудрая, такая любимая всеми песня в исполнении специального гостя фестиваля, лауреата всероссийских международных конкурсов, солиста Москонцерта. Для вас поет Александр Гладков. «Есть только миг». Призрачно все в этом мире бушующе. Есть только миг, за него и держись. И есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Обрадует вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг, а для звезды. Этот миг долетит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Называется жизнь.
Александр Гладков. Государственный академический русский народный ансамбль «Россия». Спасибо вам большое. Мы вас очень любим. Мы очень любим ваше творчество. Спасибо.